аккумуляторы премиум класса Веста. Титульный спонсор футбольного клуба Краснодар. Но я не могу сказать, что вот именно эта игра что-то мне не понравилось. Два, возможно, разных тайма. Ну, мы умышленно сейчас работаем таким образом, чтобы, проводя такие достаточно серьезные нагрузки функциональные, мы распределяем игроков равномерно по тайму. И поэтому сегодня выходили игроки в первом тайме, и мы играли достаточно, ну, не так, возможно, как мы хотели бы, да, но я понимаю футболистов, и погодные условия были не очень такие благоприятствующие, и достаточно хорошо играл Спарта, они, можно сказать, что в первом тайме они нас переиграли. Вот. А второй тайм у нас играли второй состав, и мы достаточно уверенно доминировали, я думаю, на протяжении всей игры. Ну, за исключением в концовке, где нервная игра была со стороны двух команд, решили не продолжать так, как оставалось 2 минуты. В целом, хороший спарринг, полезный во всех отношениях. Замечательно проявился молодой вратарь Камлинов. Отыграл все 90 минут. Вот. Уже какие-то проблески есть в игре. То, о чем я в прошлый раз говорил, у нас не получалось. И мы работали над этими компонентами в игровой. В игровых сериях, которые у нас были сегодня, даже и в первом тайме эти хорошие качества уже просматривались в нашей игре. Но еще все впереди, поэтому работа кипит.